Дипсроуд, ты здесь? Походу нет. Еще один большой идет. Сач, поймаешь еще одного большого? Трэш за ним. Я забрал слугу. Сейчас второго заберу, как откадешься. Меня не хилят. Нормально, вот же там АФКши, да? Вот быдло. Да то, что души. Но он с работы, видать. Не знаю. Это, гипс, ты здесь, в дискорде? Гипс роу. Ты смотри, ты когда ловушкам подходишь, ты тебе не обязательно подходить к ним в упор. Она только-только просветилась, вот буквально только засветилась. Ты сразу нажимаешь свою хрень вот эту. Снять. И все. Да там не так уж большое, ну, не такое уж большое расстояние. Ты одну снял, там же их две. Или ты первую уже снял? Брюс, как любезно, мы уступаем, чтоб ты танчил один трэш. Он же тебя бьет, у тебя рага копится. Да, типа талант похуй, да, то, что я вкачал. Дискорд еще пару рюкзаков. Рыба справа стоит, ешьте. Нет ассиста, да? Вот же тут. Кстати, шкаф. Что думаешь, нас размотает двоих? Не нас, их размотает. Вот же тут. А вот же тут. А Элем тут? Элем тут. Элем не тут. Элем долго курит, однако. Что-то нос закурился, парень. Может, с балкона упал? Сука. Сейчас пока подымется, времени так. Да, из этажа так 10-го, то долго подниматься не будет. Ну да.
О, Войт, ты что, наш это рейд стримишь? Номер нету. Вот он, зря ты каски раздал. У тебя кулаки вкачаны, а у меня нет. Тебе надо кулаки раздавать. Ну да, зрителям надо на свой экран смотреть. О, вчерашний рога. Но no, вчера был. Джуманджи-то? КД, наверное, хуй знает. Да кого? Шаман еще на сте. Шаман, которого кикнули, еще не вылетел. А? Минута должна прийти. А, понял, понял. Когда-то давно было 20 секунд. Ох, ебать. Фак. Там это, я не вижу, но по мишкам дали кулак по друидам. Да, дали. Дрейвен рыб кушает. И ауру бы с ретрика на прост. Наверное, вижу. Че, все? Наконец-то собрались все сегодня здесь. Официально у меня это пробный, в принципе, не надо. Жизнь все равно. Все, что я могу. Что, попробую два, да? Да, конечно, мы справимся. Да, я боюсь, они не справятся. Он они лучше. Не справятся. Слушай, лучше. Бойти, ты водишь ли? Да, один, он... да, водишь? Это Кринмон, выйди, пожалуйста, по воде, я уже забыл сказать. Чтобы слили. А метку я на Вайда поставлю, вон, ориентируйтесь по черепочку рейд. Возле черепочка чилите. Вроде не больно бьет. Ну, главное, чтобы их не било. Я переживал, что он будет третьему по игру долбить, но третьему не долбим. Ну, вообще нормально. Типа по механике? По механике же все равно он должен по конусу же бить перед собой, да? Это здесь он только бьет за спину еще третьего. Да. Забыли, да, про Гера? Ну ладно, сейчас остановится, войди. Я еще хули не проснулся, не хуя не делал. Дай герой. Рейд, за лужи смотрим. Самый дура, сука. Чё, ну, значит, он третьего не бьет. Заебись. Шипы. Вот, смотри, без наполов у меня сейчас 2 300, 2 200. 2 100. 1 700. 1 600 стало. Сука, что за хуйня? Сейчас я затанчу, чтобы не хрен погнать. Шипы след. Сейчас 2 на пула было, 3 500 у тебя ТПС. Ну да, я это тоже видел. А я вот когда
одеваюсь, ну чисто в ДД я, короче, собрал себе там на роботов, типа, не ДД спек, чисто дайромик, ним, наверное, а, хотя не, не надо. ДД шмот там подобрал, короче, понял. Около где-то 2500 у меня без напулов, ебашит, ну и с напулами там, плюхи очевидно. Короче, как у ДКшек. Я не смотрел, сколько было у меня. Пойду в эти имя, ребят. Рок-мьюзика закинули. Пин, залей его, иду. Нет, да я в рок-мьюзика закину, потому что у него так, тоже... Так, тоже, Азерет там тоже. А, да? Понял. Чипы-чипы сложу. Больно. Че, вот он вылетел, что ли? О, ребут 15 минут. Здорово. Мы тебя ждали. Ебало, блядь. Шут заслей. Ой. Каждый день же, да? По-моему, еще один день. Да? Не раз. Каждый день без 15. Типа, ДВГ идите нахер. Просто душа. Выпилял ты, сука. Да, сука, его не обогнать просто, нахуй. Хотя вообще там что-то я не вижу в листе, а ты восьмой вообще? Да, да, конечно. Надо кому-то. Блять, Дрейв, отдай син... Как у тебя никто, блять? Стинзе, отдай Дрейвену, пожалуйста. Что-то новое, прям это напал на эти ножки. РДДшки аккуратненько колупайте их. Милики там, он. Я с другой стороны трэш собрать попробую. У меня получится. Вроде получается. Это майка, ценные вещи попозже. Всякую херню сразу. Бля, я выдерну. Или я сразу выдерну. Ну да, как проще. Сейчас стал тут 5 беру, понимаете. А тут он же срывается. Не могу, у меня не хватает программы, чтобы сопротивление отбиться. Сумасшедший. Я вот этих потанчиков тоже, которых вы не бьете. РДД, там вон бомбы ваши стоят. Слева от вас. Ну или вот, место латума под этого. Потокса. Если он это не ошибся, то через полчаса придет. Это у меня, если память не изменяет, этот пал уже второй раз по походу вытворяет. Может быть, он на то придет с фонокондрума. Там поиграли. Ну, я не знаю, я не помню. Мне такие пацаны не очень нравятся. Во-первых, интернет нестабильный. О, вихрь ты следующий, понял? А чё вихрь были? А, ну вчера, блин, первый раз, нахуй, за сколько месяцев? Нахуй, за два месяца, за один. Ни разу никогда не было. А этого, блядь, два рейда подряд, и я его даже не знаю, кто он, нахуй, такой вообще. Он озерет, но... Не, ладно, вихрь третий, озерет второй в научили. О, там задание, да? Давайте возьмем задание. Сколько времени у нас перепута? 11. Давайте возьмем задание. Успеем. Да. Как настроение? Теперь садись, дурак. Когда озерет заберешь?
Мишку и заберешь Дарнована. Куда-нибудь его это поставишь, нахуй. Туда так вот иди. в корнях подержишь, ладно? Иди пока сразу туда встань, а то это, мы убьем его. Да, ты, Азерет, отведешь Дарнована и в корне его вот там подержишь в корнях. Нет, вот сюда встань, где я стою, Азерет. Вот сюда встань. Вот здесь сразу ловишь и туда тащишь. ДКшка, ты тут уже? Квест все взяли? ДКшка зашел? Нет, не зашел. Что-то где он вообще? ДК! Все. Все, гуляйте. Простите. Ну, бог. Видите, и потом опять в босс. Дарнован, забери Азерет. Что ты делаешь? Ты же Мишка, у тебя таунт есть. Сейчас его оттащу. Че, вы на трэш хуй забили? Я понять не могу. Алло! Алло! На контроль хуй за... А, вот же, ты забил хуй, да, на прожатие зелен. Пошел рейд ваншот. Подожди, не корни. Все, его там держи, его теперь. Подними. Я поднял. Вихрь, ну, служи, выйдите. Вихрь, вставай, я не в луже был. Вставай, вставай. Ну и ну, блядь. Как на приколе, как будто. Трэш. Это, Брюс, иди на ту сторону, а? Что ты тут забыл? Напрягаешься? У меня нет столько талантов. Босс. Ну, вообще... правда, сзади стоит. Надо поменяться. Сач, иди налево, а? Мне не хватает одного таланта. Окей, окей. Пускайте быстрее больше маны, ребята. Быстрее. Законтрольте вара, не убейте вара. Держи его в контроле, не убейте. Да ему пиздец. Ну да, в трэш сыграли. После трэша убьете мобчика, который сзади стоит, и потом босса будете. Весь трэш на площадке убить, весь трэш абсолютно на площадке убить. Рахимирар, подними рогу, который погиб только что. Весь трэш убить, потом переведете. Весь трэш убить, потом переведете. Я говорю, весь трэш убить, потом переведете. Ну, теперь можно. Первый Сони Эриксон? Да. Давайте будем вспоминать, да? Вот, смотрите, видите, духи, ребята, появились. Забери спок, я сейчас буду бегать за духами. Держи босс. На черепок сейчас смотрите, я буду за духом. Вот видите, дух появился, смотрите на него. Вот он бежит, бежит, бежит. Молодцы. Сейчас опять духи появятся. На площадку смотрите за духами, не на босса, а за духами смотрите. Вот они. Смотрите на них. Их тут штуки две, по-моему, появляются. Или три. За духами смотрите. Сейчас опять появится дух, смотрите. Вон в Мелизоне, видите дух? Возле черепка бежит. На духов смотрите, не на босса, еще раз повторяю. Я не говорю, что сейчас от них убегать надо. Я хочу, чтобы вы их видели. Каждый из вас, чтобы их видел этих духов. Посмотрите, вот в Мелизоне дух бежит. А за контроль, Роу? Ну, охуенный контроль. Нормально? При контроле, так, чуть-чуть. С левой. За духами смотрите, вот дух, видите, дух.
оторвался. Вот, друзья, смотрите, вот они синенькие, вот и зелененькие, вот и синенькие. Ай-яй-яй. Spirits. Мелизоний дух, посмотрите, идет мелизон. Что, кто сколько взорвал? Можете курить. Там осколок, если что. Или на коне, пожалуйста. Сразу вихрю. Рисуйте, пожалуйста. А, сразу вихрю? Да, мы сразу. А, подожди, куги есть, которым, которых квест? Нет? Ну, видимо, нет. Нибелун, короляйте быстренько сразу. Оцели ты, бать. Ромик, Нибелун, возьмешь? Будешь? Нахуй. Один равно 100, да? Ну, бля. Лок, тебе он нужен, этот Нибелун, Лок? Или бомжу отдадим, не одетым? Отдадим? Ну все, хорош. Уважуха. Сейчас, Виха, секундочку. Может, вот это надо там? Ну, вряд ли. На дис можешь кому-то. Хочет, кто первый плюсик поставит? А, на логис, на дис. Логис любит на дис. Да, конечно, ждем ребута. Нет, это не из ГИ. Нет, забирай осколок. А, задание там. Как раз у вас есть время сдать там туда-сюда. Трэш можно будет пиздить. Когда-то они вроде чинили то, что после релога не багается рейд. А вот сейчас КЗ. Вот играть буду. В смысле? Ой, бля. Давай. Да что нам смотреть бичей вас? А ну-ка. Кто, блядь? Кто? Вон, ты в Долоране, тебя кикнули нахуй уже. Просто заменили. А чё? А чё нахуй? Чё, бля, хуёво, бля, когда висит, чё? Пиздец, бля, посмотрели. Ой, бля, ты чё, я андедик нахуй. Кайф он. Меня это не только RS-25HM интересует. Меня немножко нервы сдают уже, потому что.
Так, ладно. Ну стой, жди. Ой. А ты топ-8? Я, да. Я уже давно чилю на. Это дракончик это... счастливый, у меня он выиграл, наверное, игры 4. 4 файта, 5. Какой дракончик? В бабле вот этот. У меня он всегда последним остается. Хорош. Это уже всех таунтишь просто. Да, без разбора. Тебе левелапаться, по сути, надо, наверное. А, ну вот, ты сейчас сможешь левелапнуться, кстати. Если выживешь, просто... Нихуя, я в городе. Это... Покидает рейдовую. Нет, это я кикнул. Это, Окс, заходи в игру. А что с ним? Это не первый раз же. Я не знаю. Во, это... я же говорю, не первый раз. Где? Давай его нахуй. Где? Короче, миллион пинов в гильдии. Это... Ну и всех выкинем. Ну хули там, Сайджу палец в рот не ложи, нахуй, сразу. Ну окей, это... А, че, тогда не ребят, а можно сум меня обратно в город кинуло? Да, да, сейчас у меня. Что тогда? Кун-мун в эту? В Савятину, может? Нет. Нет? Ну ладно. Вихрь, вот если бы не ты, спасибо. Я уже тут. Где Окс сейчас? Блять, я в корабль провалился, сука. Неудачник получается. А ох, цветочный. Тише, тише, блять. Акшан. О, зашел. Тыкайте на сум. Не покажете. Тык. Все, теперь можешь клинмун спекать. Опа, Оджик, ты тоже лох получается. Цветочный. Призыв начал, ждите ответа. Ну, жди ответа, значит. Тык, тыкайте, тыкайте, тыкайте. Еще тыкайте. Призыв начал, ждите ответа. Вам приходит Войт и Анкоку? Войт отвисает там что-то. Кадр висит у него. Да это релогнис. Если релог не помогает, то ждать только. Если релог не помогает, надо релогнуться еще раз. Остальные берите джетпаки пока что, надевайте их обязательно. Не, если будет уже тогда в теле. У нас скринмун с собой спекнулась. Да, за сколько голды два босса отхилились? Или там Спок меня просто наебал? Нет, я 3к дал. 3к за два босса достойно, по-моему. Надо тоже так будет делать. Ну ты в варе не сможешь хилить. Не. Я про танчик. Провалился? Сейчас. Еще раз сунь. Сейчас. Где? Так он просто прими. Будет машинистом нашим, пусть сидит там. Прими еще. Прими еще. Ну теперь мы без машиниста. Фу, это Тесла, ебать. Нет. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня мы будем биться... Наденьте ранцы, еще раз повторю. Дайте мазбафы. 0 баллов, кроме лапы.
Там за четвертой пушки нету. Стрелка справа. Встаньте кто-нибудь. Самый опытный. Одежда СНГ. Давай, Ромик, Ромик, садись в это, в пушку. Тут, короче, надо до 90, Ромик, копить рагу, потом разряжать. 99. А какой танк будет туда прыгать? Кого напуливать? Паладин будет. Напуливать не надо, ребят. На этом больше. 5, 4, 3, 2, 1. Квест на леди был. Я на квест кинули, Окс. О, топовые уже ужинали. Давай, рано еще лежать. Дай Квин Мун по бете тоже батлрис. Блять. Убивайте колдуна. Мужик, ты мешаешь мне там ДПС разгонять. Слишком быстро уничтожаешь трэш. Зря я со мной. Че это он, блядь, кусаться начал так сильно? Шум с локтя, блядь. Сейчас хилы преимущественно вертите. Чувствую, после следующего мага надо будет ебнуться, ребят, потому что я сейчас ну, деф уже давал. Давай, ты мага речь. Возвращайтесь сюда. Так у нас это, поменяйте ДК-шку в пушке, кто-нибудь, сейчас скажу какой. Из печеньки вылези, ДК, пожалуйста, сядьте туда кто-нибудь, любой. Вместо ДК-шки. То мы так еще долго будем бить. У нас бой бы уже закончился. Убивайте, убивайте, да. Долго, да. А что с ним? Ну, он не умеет в пушке сидеть. 1-1-2 спанит. Ты типа циркуль ставит? Да. Отголоски циркуля, пацаны. Возвращайтесь, наверное. Сейчас они еще по разу разрядятся. Разряди коромка. И все, отлично. Боже, Азерет тоже. Ты что, Азерет? На 200 тысяч отстать. Дрейвен хорош просто.
Как так можно вообще на 200 тысяч отстать? Ромик, пока ничего не вставляй в эту башку. Просто подноси. Сейчас я запущу. Поставьте рыбку. Нет, босс, вот босс, я запустил. Вот рыбка сзади. Монеточка нужна кому-то вот это. Дрейвен вижу ролик. Там Бьорн черепка лут. Забирайте, пацаны, если выиграем. Кто касочку хочет, подойдите поближе к черепку, чтобы... Тут, короче, текстура, я не могу вас бафнуть, пацаны. Какая-то петушиная текстура. Вроде прошла, прошла. Все, прошла по всем. Только кулаков нету. На медведе. На ханте нету. Хорошо, когда три пала, блять. Когда два тяжело. Ну и как обычно, ты один паладин, а прикинь бы ты на ИДК играл. Вообще пиздец. Было бы фиаско. Так странно, это же хрень скалируется. Вот у тебя в талантах, да, вот, по оправданию силы атаки противника на 46 на 10 секунд. Он же не 46 снижает силу атаки больше. 574. Сколько? 574? Угу. А. Да, у меня не вкачанная 408 получается. Я могу вообще не нажимать ее. Вообще полно это ретрики должны качать. То есть статики стабильный ретрик 2, который какой талант должен быть вкачан, а я этот талант должен в угрозу кинуть. Ну так как у нас нет ретрика, сам понимаешь. А без него, ну типа, это минус левый баф один из хуёв. У нас вот сейчас вот нету милихосты, насколько я вижу. Это хуёв. Так у нас шаманы же есть. Это... Один Окс, шаман, это первый. А, второй пришел. Нет, два рестера. Этот, пускай вот этот хостовый, этот МРДДшный. Окс, поставь милихост, пожалуйста. Спасибо. Все, решили проблему. Шаман один хуй на этом поставить, блять, резист от природы и все. Да. Плюс, нет, как бы, ну, не 20, а 16%. Это тоже такое себе.
Природа yeah. Это который хвостовый тотем? Да, да, да. Ну, у нас милики все равно не дамажат. Ну да, топ-1 оджик там. Вон Рога на 5-м месте еще. Там где-то Брюс на подсосе. Ты что, это пиздец, блядь. Со всеми банками, всей хуней, блядь, меньше, чем в прошлый раз. А ты говоришь, что не кританула и все. Да, я таунки так... не было. Ни одной таунки не было, че хуево. 5 бичарский пояс. И нормальные вещи. Че, Квинмун, у тебя сколько времени, говоришь, осталось? А это, она 3 косаря будет это честно отрабатывать, она не уходит, говорит. Ну пошли, иди хуй на синдром сразу. С Оджиком я на этом, на тухлом. Скоро этих, блядь, обоссышев красных нахуй пофиксят нахуй. Где Дрейвен? Не вижу, в какой он группе. А, нашел. Что, сразу в пот идем? Направо? Да, направо. Вот там. Вот. Нет, вот. На вальке так вот пот. Ну да. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же. Там карга ждет фидбэка от тебя. Брюс. Меня? Нет, нет, тебя. Чё? Собирает информацию. Ну, он во флудилке пишет, короче. И блять, а как? 260, блядь. ДПС такой маленький, пиздец, вроде. Ебанулся. Я, блядь, в своем этом даю. В 245-м больше, в принципе. В мутике? Ну да. Так он в ШД без ШД шмота. Ну нахуй, тогда нужен, блядь. Бегайся в мутик, этот ШД нахуй не нужен. Драйв мутики, пока шмот не видит, ну все. Смысл ходить вот так вот в вагонице, да, по 12 тысяч, по 11, да. Толку вообще никакого. Там, ребята, есть вот такая вот тетя, нахуй. Не такая тетя. Где она, блядь? Повелительница льда. Короче, надо повелительница льда отпиздить сначала. А потом уже все остальное отпиздить. И не могу, и вот она как-то ее поймал. Да, без шема не дамажит вары, вот так буду говорить. Но. Да, да, и так тоже надо. Злагануло еще, блин. Вчера мышку новую купил, блин. Все, все по стандарту. Да, блин. На бутылку не сел, блядь. Ну да, с утра, блин, не разобрал, нахуй. Новое. Не, ну шем дохуя был. Шем бурста нет, пиздец, конечно. Ты стопудом. Не, ну это бред, типа, ДК в 250-м шмоте дает так же, как я, надо, можно сказать. Да это переапанный спек, потому что. Да и Лемы тоже пиздец, переапанный вообще в хлам. Блин, это видно, чтобы, блядь, типы вроде Ромы Панка, блядь, давали нахуй 30 тысяч ДПС, ну чё за бред, ну. Сирус Локс для X4 работает? Не знаю. Там за орка далось до какой спот? Не впадает. Все, пошел. Да, вот, далось. 50 ДКП. Спускайся, сука. Чемпионы Сирии.
Ну, там кастет стоит, да. Он. Да там это. На бомбе. Его не пускают. Не может бросить свои печей. Инди, копируйте, девочки, пожалуйста. На щит КД не могу кикнуть ему каски, как рано начинал там. Чё тогда Стинзей свой дом пускай похилят босса? Ну да? Остальные ребята пускай тут останутся. У нас больше тыми. А, ну, Винмун, можешь хила спекаться, Йоксам тоже тогда босса похилит. Я вам могу меточки дать всем троим, чтобы вы друг друга видели, вы друг друга слетелись, и вам друг с другом удобно будет прохиливать босса. Там же вот. Вроде и этот, арканов, да, нерфить будет еще. Да там можно хоть всемиром летать, сам. Там плохо. Покушайте, вот рыбка тут стоит. Кто там у нас идет? Отжиг идет еще. Да, их, а... Ну да, вихрь, понимаешь, доспех. Стинзей, он вихрь, если что, доспех, который для холипала там, ну, знаешь, да, вот эту хуйню. Частичка на боссе, а ты лока хилишь, и все нормально. КПС увеличен. Сейчас, да, касочку, секундочку. Эпик. Ну все, все готовы, погнали. Финмон же спекнулся? Не спекнулся, я понял. У нас холи этот, холи приз получается, и этот ДЦ-шка останутся. Два шамана и холи пал, влезьте в порталы. Там этого, если ты не читаешь, то типа вы просто быстрее захилите. За два портала захилите втроем спокойно. Меточки не слетели, не слетели. Отжиг смотрит через решеточку. Да, он что-то долго где-то ходит. Нет, а как Геру дадут, Rock Music даст гимн на ХП, а нищая повешает ангела на босса. И будет вообще огонь. Ну и маг усилок тоже на босса повесь. Стоит он что-то за углом пиздец. Лох цветочный закрыли на зоне, блядь. На самоизоляции паренек, чего? Там в углу бутылка вот же где-то. Блять, зомбик, зомбик, зомбик. Далейте пару книжку.
На следующих, да, добить это население. Потому что сейчас должны были, но уже, наверное, следующие. Да, они уже не... Нет, ты чё, это мало поднимется. Гера только им хилит. Все, Геру, Ангела, гимн ХП. Два коста, и эта шляпа хилится просто. Не, они бы захилили на предыдущем. Давай кошелек, блин, старый. Осколок есть, плюс сапфирка наваров, заебись. Навара, это тоже что ли хочешь? А у меня есть ПВП. А, ну что ты выебываешься? А тебе сапфирка нужна, что? Ну а почему нет? А ты сно не дамажишь, ну. Охуел, блядь. Я тебя на ворот не увидел почему-то. Кожаные нужны вот эти, нет, кому-то? Пидор, блядь. Или вот эти латы. Я распылю. Сейчас это... Бетти, на этом, на Туховом посмотрим. Там-то я разгонюсь с Оджи вместе. Хули ты за Оджи прячешься, блядь? Да хули, я правильный вар, я пинал трэш на орке просто. Я босса не трогал. На ту сторону бить, драться. На ту сторону. Корона по фокусу, 400 голды, пацаны, если чё. Нихуя ты меня хочешь как загнобить, на. Не забывай, что Бетти тоже физерон. А у меня так-то есть этот. У меня макросы уже поставил я вчера все. А у Бетти не факт, что есть 400 голдов, да? Есть, но, блядь. Я по-честному выебываю. Потратится, да. Напуливайте только трэш вот этот вот. Потом вар уже раскрутил. А на личе посмотрим, блядь. Не, ну на личе давай там кисни нахуй. Поставь группу оценю. А у тебя что, реально сапфирки нету? Не, у меня, блядь, 40 с десятки обычки, блядь. О, ебать, на. Сейчас раскручусь. Сдохну, не сдохну. Давай. Нет, слабенько что-то. Где он там, блядь? Смотри, что есть. У тебя нету. И ты не сролишь, блядь.
бля, пугов оденем, значит, ребят. Она с вроде там рогом нужна, я хуй знает. Это плечо 100 голды стоит. Если не дешевле. Ну, на распыл вам чего не нужно. А, ну он 60 уже, да. Это что, получается, 3 косаря голубые дела сразу отправляют, да? Зря. А? Да не, да я же рохлю. Да я знаю. Просто у человека дела отменили. Бля, как долго она? Ну, вот последняя. Это последнее. Я уже сам уже стер просто пробел себе на этом ивенте. Ну да, можно было потом вайпнуться на синдре и еще раз. А директ, видишь, он соло с первого раза отбывает. Ну, не все азиреты. Не 25 азиретов в рейде. Что мы их как-то с тобой собрали по петушиному. Ну это не со мной. А, не со мной? Да, там воид был. С ГМом Алгалона. Давай, стрелять. По 7к, да? Ну там просто ходки висели, дотки. Был бы у нас 25 азеретов в рейде, мы бы уже, наверное, вайфу убили первые на сервере. Просто мы размотали бы ее. На первой фазе бы ее еще убили бы. Ну. Жаль, что на циркуле не здесь. Угу. Это не нюансы уж. Угу. Корни где? Не проросли. Нет, блин. Мне кажется, 25 азеретов бы сдохли на этом драконе. Они потому что нежить. Наверное, я хуй знаю. Не, на них чума и кровотечение не вешается. Болезнь. Там бывают, но такие мопчики, на которых не вешается гадость. Половина трэша в ЦЛК. Только половина, почти весь трэш нежить, но чума не вешается, болезни только на них. Ой, боже, мюзик опять сдох, что ли, где-то. Он не сразу, зереть не сразу взлетает. Там можно побить чуть-чуть, потом опять корни дать.
ты же... А, так его, наверное, ваншотнуло на этой. Ты же все бог машина, ты должен этот... отыгрывать на все 120%. Подхиливайте рейд, ему хила спекнулась, пожалуйста, если еще не спекнулась. Еще не спекнулась. Что, у нас холипа уже по мане не садится, да? Вот так вот сделаем. Уймите Рому, рыбка с правой стороны стоит. Сопроты выпейте. Рома, кинешь мне обмен, я тебе дам на 100 сопротивление. Почему я не могу его разделить? А, все могу. Вот эту штучку выпей, Рома. Да, ну, сопрот пить с одеколоном и духами прикольно. Холипал, поставь на лед ауру, а я на каст поставлю. Если что, там мастер ауру прожмешь, холипал. Где там? Сманите рогу Дипса. И по боссу, короче, на первую ступеньку метки выносятся, когда босс взлетает. На первую ступеньку, поняли, да? А когда босс на месте стоит, метки кидает, то выносятся они квадрат, ну, трусики, квадратик, вот так выносят. По стандарту. Быстрее отъедайтесь, открывайтесь, я каску даю и побегаю. Можно кулачок и каску обновить поваром? Сейчас. И на ДК, я вижу, тоже надо. Сейчас. У меня есть харган, дай на джуман рейд, я тебе дам. Еще раз кому? Джуман. У меня рыбка вот он стоит, хорошо. Shadow Resist, что-то не вижу. Вдруг Синдра скачает, обе скачала вилку, но... Да нет, это лично. Чё я, блядь, метку не поставишь? А мне зачем осколки брызнули? Ну, не, видишь, я въёбываю. Дальше, блядь. Такое нахуй. Я босс. Вот сиди сюда, босс. Ты ему спекнулась, да, что он? Молодец. На кулу дайте, кто мерится, но, пожалуйста. И пить босса. Лайфхак, кто на Фибусе не играл, желательно всем в миллионе стоять, потому что тут и притяжка всем душина, короче. То есть она вас притягивает, еще подкидывает. Готовьтесь, скоро она будет, это притяжка, да. После притяжки сразу отбегает. Убежали от босса быстрее. Наверх забежали, метки готовимся. Вышли 5 метров быстренько на первую ступеньку, рассосались. Просто выйди из рейда, выйди. Все, молодец. Катальник. Главное выйти из рейда. Белое пятно, видите, мы под вами спрятались. Белое пятно за склепами спрятались. Белое пятно прям в склеп падает. Вот в этот склеп в черепке падает. Прятались, я сказал. Слева далеко падает. Белое пятно. От белого пятна прячемся. И последнее белое пятно у нас чуть правее. Склепы подбейте еще, ребят, блин. Все, разбили все склепы. Это прям 60% склепов в центре. Редкость такая. Обычно на боковые хуй забиваются, а тут на центральные хуй забиваются. Дальше в босса играем. Также встали, постояли на первом
Чашки, первая чашка. Много стаков обморожений, не копите мне. Много, это 8. Сейчас притяжка будет, готовьтесь отбегать. Побежали от босса. Дальше бьем босс. Стакерами следите внимательно за своими ребятами. С освобожденкой много тоже не копите. 5, все. На второй фазе 2-3, все, и хватит. Поднялись на 5 метров, готовимся выбегать. Выбежали 5 метров на первую ступеньку. Просто из рейда выйдем. Все, отлично. Спрятались. Центр прям падает. От белого пятна спрятались за склоком. Второе пятно падает правее от вас. Склепы до 150 тысяч подбивайте. Третье пятно туда же практически, куда только что падало. До 150 тысяч склеп. Слева склеп почти флоу стоит. Наебал, но все равно много хп у него. Разбили все склепы. Я пакость повнимательнее. Смотри за белыми пятнами. Напоминаю, что первый склеп на фазе, когда босс стоит внизу и кидает склеп. Первый склеп в трусы, второй в крестик. Склепы без команды на второй фазе не разбивать. Ни один склеп без команды не разбивать. РДД вы по боссу на второй фазе играете, милики только бьют склепы по команде. Приготовить, бежали от босса, отбежали от босса быстро. Я дам вам даже рейд сейфтем тут по флипу. Не надо было, ну ладно, пусть. Быстрее босса перебить. Приготовились. Сейчас будет первый склеп. За стаками следите, стаки себя подскиньте, рейд. Чё, кто у нас, где у нас первый? По нему налево вышли. Сейчас только заморозится. Отошли оттуда. Что вы там, блядь, рядом трепетесь? Да разбили милики. РДД по боссу играется. Хилы тоже можете подспрятаться, подскинуть стаки. Танков не проебить. Заберешь, да? Все. Так, следующий скреп в крестик. Капитан Нефт крестик вышел. Капитан Нефт крестик вышел. Мастера уже туда дай. Рейд Кромбику подошел. Весь рейд Кромбику подошел. Все спрятались, никто ничего не разбивает. Ты переживешь, Спок? Да, да. Все, отлично. Никто ничего не разбивает. Отошли, возле ромбика встали. Алиса Бум налево вышел. Алиса Бум, все, ушел. Стой, ты иди там, туда, стой, там, все. Центральный склеп разбили, милики справа склеп разбили тоже. И центральный, и справа разбили. Следующий склеп в центр ставится. Я запомнил, Спок. Следующий склеп в центр ставится. Лок в центр ставит. Рейд возле ромбика тусуется. Стаки рейд скинул быстренько, не склеп сразу разбил. РДД по боссу больше играть, будет еще одна притяжка. Я пошел, отжиг налево. РДД по боссу, милики пока тоже по боссу. Разбили склеп. РДД по боссу играть. Полипало, подними быстренько фильму. Войд в центр ставит, никто войда не разбивает. Я забрал спал. Никто войда не разбивает ни в коем случае. Все спрятались, стоим прям. Никто никакой склеп не разбивает. Ну, задний можете разбить, а войдовый нельзя. Вот этот нельзя. Все, отошли. Возле ромба АФК стоим просто. Ну, хилим, блядь. По геру дали. Быстренько. Босса добили просто. И все, босса добили. Знаете, вдогонку. Джуманджи, зачем ты два раза заберзал дополнительным склепом?
Я не успевал отойти. Я вообще первый раз не заплакал на Синдре за всю жизнь. Блять, опять Талик ебучий. Где клык? Нихуя себе. Пацаны-то довольны. Ну, не, кстати, да, реально. Талик часто падает. Я недоволен. Такая же хуйня. В пизде Талик на сову, пусть нахуй, да еще. Нахер, мне не нравится сова. Ебись в очко, как все, как говорится. Он повыклав. Два на воина токена. По одному, ребят, заберете. Я сейчас к чумодельне подойду. Там буду стрелять. Хил есть, понеслось. Серебра на час ровно. Ну все, тут понял, трое шпина. Здорово. Здорово. Здорово, Блорон. Прошли почти. Ну-ка. Да нет, мы только начали. Ага, а то я видел. А вы сначала на Синдру, да, пошли? Ну, мы... Я помню, раньше мы всегда так ходили. Я руководствовался тем, что типа люди пока не устали, им Синдра легче дается, короче. И Синдру, потом профа, потом уже ванна лич оставались. Так. Не, ну есть логика, концентрация же теряется. В принципе, она и есть, как бы. В некоторых славах. Вары, кидайте обменными. Через рейдфрейм меня ищите, или там по черепочку. По одному токену вам отдам, кто выиграл. А слотов нету, да? Пока нету. А там типа на замену можешь... там или что-то? На БКП, да, я могу тебя в рейд взять. Идем? Давай. А хотя... Нет, я пойду это. Сейчас пока квестики, но... Ты 12-8 засунь в рейд и а зайди. Я его сейчас добавлю просто через таблицу вообще. Ну или так. Просто если вдруг ты логнешься, он следит, мы забудем, и он получит хер. Он мне напомнит вообще. Ну он не напомнит, боже, это логин. Что твина загоняешь любого привязанного. Давай, твоему счету в банке. Сейчас. Будет получать, заодно проверим эту функцию в этом одном, я не знаю, она работает. Вот у тебя сейчас 4570, вот посмотрим, сколько после будет. А он будет высчитывать, да, типа, сколько я там на замене сижу, не? Типа я же не со старта же сижу. Ну так, ну, ты что, за каждого босса же оно ДКП дается. А-а, всё. Вот ты с какого пришел, с такого и получаешь босс. Здорово. 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 В ладони он есть, что он на замене, а я его вижу. Ну, он после первого начисления следит? Ну, да, вот как раз проверим сейчас. Я, это видишь, в ЕПКП, блядь, слетает, а тут-то нет, наверное. Не Луни вошел с подозрительного аккаунта. Луни, у тебя аккаунт спиздили. А? У него сейчас сколько тебе играть придется? Дня три, наверное, чтобы он спал. Не, это хуйня сейчас за час где-то спадает. А. Даже быстрее. Не спал. Это все из-за винты, типа, ребутнул там что-то. Ну да. Сейчас забери, я пойду ловушки. Давай. Если я их найду вообще. Вот, одну нашел. А что, кстати, спал. ДПС еще не выкладывали, да?
Нет. Так, у нас пуги в рейде. Не, ну я выложу по паре. Слева нет ловушки. А, нет, она, ну, там мобчика зайди. Не спайте, ребят. Там ленточки не было, а то я брал бы поскорее все. Пояс. Да пусть валяется. Он дорогой? Не. Что-то вроде я слышал тысячи. Тысячи две. Тысячи две. Подождите, пацаны, там пояс выпал еще. Подождите. Боря, 2000, что это, деньги? Это целый сердоль. Не сердоль, по-моему, больше стоит сейчас. Ну, половина сердоля, неважно. Косарь 300 вроде стоил, последний раз смотрел. А, да. А где он? Я его не вижу, он в ком лежит. Ну вот, считай, два пояса, один сердоль. Так, я считаю, не кисло. Бля, сейчас просто время тянуться будет из этой хуйни. Это, а как в details вывести общий урон еще наш всего? Там заходишь, короче, в настройках, ищешь пункт дополнительно, и там в самом низу пунктик клавочку ставишь, и все. Настройки дополнительно. Данные для диаграмм или где? Рейдовые инструменты. Настройки, полосы двоеточие дополнительно, и там полоса итога. Там да, и группу тоже там убери, галочку. Рыбку поешьте быстренько, я каски покопав. В группах галочку убрать. Да, я бафнул вроде каску. А, все, увидел. Спасибо. Я чё дал? 5, 4, 3, 2, 1. На пункте один рога Джуманджи, который выбегает, Джуманджи, его сам. А второй стоит. У тебя ДПС больше. Все, все, уже спор, если взорвалось, можно возвращаться. Близко стоит, вот. Там надо чуть-чуть дистанцию. Спок вышел. Спок! Че, да я здесь, я нормально стоял. Опять альтабнулся, смотри на Леона. Я вот это дискорд заправляю. У меня важные дела. Не важно, мне похлопу забить морские. Ты заблевал сейчас Квин Мун. В смысле, ну она должна дистанцию от меня держать. Вот. Держи понятно. Дистанцию. Надо 8 метров. Зайди в мили один. Ага. Не знаю, сейчас 8 метров держал и что-то блевал почему-то. Ну, значит, плохо. Нет, ну может ты изначально целью был. Тут же сколько в обычке? Четверо, да, блюют или сколько? Не помню. Трое. Где трое блюют? Наберите дистанцию до конца боя, ребята. Просто держите и все. Вот. Трое блюют, но они же чуть-чуть еще ходят, поэтому там буквально метр-два вперед-назад.
Что там? 8? Там это у меня 9 там стоит. Ну он только повешался. Ты еще подумал. Подолблю сейчас. Сколько я депса дам. Сколько у меня вообще депса? 7000. Я на x2 15-ку давал, или 16, так что давай. Райс. Ну, 5 было, да. У тебя там брюхи по 25, под, по 50 тогда были. Сейчас по 25 там стоят. Не, под стаками у меня там за 70-80 от щита влетало. Ну вот. Божественно было. Было нечестно. Честно. У меня, блядь, бомб 6800 взрывался на 2, нахуй. У тебя, блядь, по 70 плюхи. Нормально. Не, ну это под стаками чисто на тот лопузе, а так он обычно, если full деф, я то где-то 45. Потом говорят, а хули, блядь, ДК огромный, там, как упало. Понятно. О. О. Верните кровь. Жальните. У тебя квеста, да, нету, Дрейвен? Ты квест не взял. Жальните пояс.